Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро. Сегодня мы будем смотреть онлайн-расклад, какой успех у вас на пороге, какие перемены по судьбе, с чем вы войдете в Новый год, да, и как, естественно, как вы назовете свой, да, корабль, так он и поплывет. Вот с этим мы и будем смотреть. Вот как у вас, под каким девизом у вас будет идти следующий год. Итак, какой успех у вас на пороге? Так. Партнер, который сидит долго, раздумывает по поводу того, жениться, не жениться, вылезет из своего игнора и начнет осознавать, что он хочет с вами брака и семьи. И не просто брака из семьи, да, а тут вы именно получите предложение выйти замуж, его осознанное предложение. То есть, если он до этого вам делал предложение, но не делал никаких действий, здесь уже будут осознанные действия. Он, знаете, как бы дотрансформируется, осознает, что ему с вами не просто классно, круто общаться, но еще и хотел бы он видеть вас в качестве жены. Вы могли отправлять запрос высшим силам по поводу финансов. И вы получите свои возможности финансовые в следующем году. То есть вы будете расцветать, вы будете хорошеть, вы будете зарабатывать денежку. Вы, если, например, не знаете на данном этапе, как зарабатывать и что зарабатывать, особенно когда мне пишут, что я не бизнесмен, а я уборщица. Знаете, уборщицы бывают достаточно умные люди, которые могут в той или иной ситуации чего-то добиваться, да. То есть вот эти вот комментарии, они мне вообще непонятные, когда человек, ну, наверное, не верит в себя. Вот здесь вот у вас будет возможность раскрытия своей ресурсности, да, и вы с холодной головой, с холодным умом будете что-то развивать новое, к чему-то двигаться. Кстати, будете изучать какие-то законы, чем-то будете интересоваться, будете что-то продумывать, какие-то планы. То есть, может быть, будете думать, как найти лазейку для того, чтобы там не платить налоги или что-нибудь такое, да. Так, партнер ваш, вот, который сидел долго и упорно, да, в своем выборе, он что-то тут и плакал, и расстраивался, и надеялся, что вы будете в сторону его проявляться. Посидев, сделав свой выбор, будет прямо вас атаковать, я бы так сказала, не просто там писать, он будет атаковать, да, то есть... Здесь будет какая-то и страсть, и желание завоевать, и желание, чтобы выбрали его. И да, и появится такой страх, что вдруг вы уже кого-то себе другого нашли. То есть он прям будет активизироваться, ваш партнер. Ну вот, посидев в трансформации, он из мальчика в коротких штанишках перерастет в сильного, мощного партнера, который... прямо будет вам уже прям так писать, да, то есть о том, что вы его не понимали, о том, что вот вы такая, тянете одеяло на себя, любите только себя, то есть у него вот это вот, он все время сидит и все время с вами мысленно разговаривает, то вот он вам выдаст вот эту тираду, но все равно вот эта трансформация идет на пользу настолько сильно, что он прямо будет, ну, активно здесь, активно действовать. Вот он перейдет на перемирие, будет двигаться. У вас, кстати, новое знакомство, пока он здесь активничать начнет, да. И у вас поездка куда-то, куда вы собираетесь ехать. Вы будете выбирать, какую, может быть, страну или город вам полететь, поехать. Заведете вы себе тут интрижку в поездке. Вот, смотрите, какой-то ресурсный мужчина вам падает в этой интрижке, да, то есть вы еще будете думать, того ли вам мальчика выбирать или что-то новое. Здесь высшие силы вам такой вариант подкидывают. И сначала у вас как-то все так дружеская какая-то завяжется
может быть, переписка или дружеское какое-то общение, которое будет основываться на том, что вы будете как-то друг друга поддерживать, что-то советовать, он вам что-то будет подсказывать, может быть, что-то корректировать, да. А вот потом у мужчины к вам появятся такие настоящие чувства. Так, это будет урок вашему предыдущему партнеру за то, что он долго-долго думал, сидел, мечтал, да, ничего не предпринимал, как бы, и он должен осознать, что вы такая императрица, умница, красавица, а на дороге такие не валяются, да, и легко вас могут у него из-под носа увести, то есть это ему урок от высших сил. Дом полная чаша у вас будет, но при этом у вас практически не будет свободного времени. То есть высшие силы, знаете, денежку дают, но дают такие ограничения, что вы все время вкалываете. То есть эти деньги идут, это, да, как в Comedy Club говорили, я не хочу работать, я хочу жить, да. А в ответ говорят, что а ты вот до вечера работай, да, а вечером поживи. Вот здесь вот приблизительно такая ситуация будет, что вы будете жить, ну, практически на работе за вот эти деньги, которые вам высшие силы дают. Будут у вас какие-то хорошие воспоминания о каком-то из партнеров, с которым у вас была любовь настоящая, да, то есть у вас какие-то воспоминания придут. И он, кстати, может нарисоваться тоже в вашей жизни, даже если он вам там год, два, три не пишет, он здесь может нарисоваться и поплакаться вам, как он без вас скучал, что он вас не может забыть. Так, пошли карты судьбы. Что вам здесь по судьбе прям выпало, да? Что-то новое в жизни. О, сколько мужчин-то у вас выпадает-то прям в следующем году. Вы прям даже напрягаться начнете, да, что тут можно урожай собирать этих мужчин. И вы будете думать, кого бы круче выбрать в плане мужа. Потому что здесь у вас какие-то иллюзии, фантазии будут по поводу этого вот следующего короля жезлов, который будет активничать, двигаться, проявлять какую-то страсть в вашу сторону. А вы прям, знаете, как бы... будете прям думать, да, сравнивать, думать упорно, к чему бы все это к вам прилетело. Хорошо то, что вы неодержимы любовью. То есть вы как бы сдержанные, наблюдательные, проверяете каждого партнера, думающая такая, которая понимает, что любовь проходит, да, кушать хочется всегда, и очень цените в мужчинах поступки. Так, денежку будете сама собирать, и еще будете вот выбирать мужчину, кто будет более щедрый. То есть не всегда, например, очень богатые щедрые, да, и не всегда очень бедные жмоты. Ну, то есть здесь вот такой вот момент. Очень сильное преображение внешнее у вас будет. Вот прямо 90-60-90. Все, о чем мечтаете, у вас все будет. Вот. И это благодаря вашему упорству, труду, спорту, похудению, омоложению и так далее. Да? То есть вы получите тут такой конкретный результат. И даже не заметите, что вы даже получите больше результат, чем мечтали. Вообще просто, ну, то есть в самой работе вы так... загребетесь, да, что вы не заметите, насколько вы будете круто выглядеть. Это будет ваша победа, личная ваша победа. В нее будет вложено очень много сил, энергии, даже, может быть, каких-то денег. И у вас проснется такой дух авантюризма, поменять, например, там весь гардероб, там, да, или начать носить там платьишки короткие, если вы себе не позволяли, там, да, у вас появится, вот, может быть, кстати, с этим будет связано, что около вас будет очень много мужчин крутиться. Так, смотрите, вот эта вот любовь мужская, она вас будет напрягать. Вот это много внимания мужского, вам будет как-то тяжко, вы как-то не хотите столько много, то есть вы немножечко своеобразная. Потому что прямо вот со всех сторон будет активничать. Так, кстати, у вас еще будет хорошие возможности в плане зарабатывания деньги с разных источников. Если кто-то занимается торговлей, то будет активное движение, особенно вот до Нового года, просто, знаете, лавиной будет хорошо все продаваться.
Так, есть сложности в перспективе того, что ваш предыдущий партнер, который осознает, что на вас надо жениться, да, он столько сильно много манипулировал, столько пытался оттачивать все способности, которые он оттачивал раньше на женщинах, получит такой грандиозный удар в этой ситуации. То есть он поймет, что он просто полный дурак. А вы получите от этого взаимное удовольствие, да, как бы, что мужчина прямо, вот я бы сказала, утрется. И он так с холодным разумом начнет за вас воевать. То есть со всех ограничений вылезет однозначно, да. И он будет готов здесь уже действовать быстро, потому что он поймет, что такого шанса он не найдет, да, что он готов уже, ну, он признает, что вы победили, признает вашу победу, да, вот именно, что вы умеете холодно игнорировать партнера, понимая, что игнор это самое вот сильное средство в своей борьбе. Вот здесь у вас выпадает брак и семья. Причем такое длительное, и перемирие выпадает, и взаимная любовь с этим партнером. Но все на почве ревности. И ваш переезд, он будет вас прям слезно просить, да, переезд. То есть вы выиграете свою битву, несмотря на долгие какие-то молчания. То есть вы откинете всех предыдущих, вот, которые будут за вами ухаживать. Это вот высшие силы подсовывают ему, чтобы он вылез из своей вот этой вот зоны комфорта, да, и начал что-то предпринимать, потому что вот он сидит и мечтает, как вы ему будете писать, звонить там, кому-то, может быть, денег высылать там по-разному, да. То есть он вот вылезет из зоны комфорта и начнет действовать. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.